О всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, всемощная заступнице, непостыдное наше упование, благодарим Тебя о всех благодеяниях русским людям от Тебе бывших, от древле и до днесь, от чудотворной иконы Твоей явленных. И ныне, преблагая Владычице, призри на ны грешные и недостойные рабы Твоя, яви на милость Твою и моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, о еже избавитеся нам от всякого зла и сохранитеся царствующим градом, всякому граду и веси, и всей стране нашей, от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменник и междоусобные брани. Сохрани и умудри пастыри церкви, еже достойно пасти стадо Христово и право править и слово истины. Укрепи христолюбивое русское воинство, подашь дух совета и разума военачальникам, градоначальникам и всем, и же во власти и суть. Ниспосли святое Твое благословение и всем православным христианам, поклоняющимся Ти и молящимся пред цельбоносную Твоею иконою. Буди нам заступница и ходатайца пред престолом Всевышнего, иде же предстоишь. Кому уба прибегнем, аще не к Тебе, Владычице, кому принесем слезы и воздыхание, аще не Тебе, Пресвятая Богородице, не има мы бо иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Небесная Царице. Под Твой покров притекаем, молитвами Твоими не спасли нам мир, здравие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, избавены от всяких бед и скорбей, от всяких недугов и болезней, от внезапной смерти и от всех озлоблений врагов, видимых и невидимых. Вразуми и научи ны, о всемилостивая заступница, путь земного сего жития безгрешно прийти. Ты веси немощи наша, веси и согрешение наше, но и веру веси, и упование видишь и. Тем же даруй нам исправление греховной жизни и умягчи злая сердца наши. Укрепи в нас правую веру, вложи в сердца наше дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, терпения и любви, в добрых делях преуспеяние. Избави же нас от искушений, от пагубных душевредных учений, от неверия, развращения и погибели вечные. Тебе убопросим, пречистая Владычице, и препадающе пред святою Твоею иконою молимся, умилосердися наны и помилуй ны. В страшный же день суда ходатайством и заступлением Твоим сподобены стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Единосущным Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.